Да, что я наказана за то, что дралась с Ульяной. Я вообще-то не дралась. Чего? Все понятно. Включил систему слежения. Здравствуйте, студенты. Вы правда думали, что вы можете сбежать? Ну, привет. И вы знаете, что-то нам скучно стало, мы опять пришли в школу, но в этот раз у нас очень красивые рюкзачки, смотрите. Да, особенно у Ланы. Ульян не лучше, чем твои крылья. А у меня, да, у меня крючок. Крючок-рюкзачок. У зонтика вот такая вот, такой у рюкзака. Блин, реально, реально похоже. Ой, извините, я уже села. Кстати, у нас интересное... А мы что, едем? Мы реально едем? Кажется, мы куда-то едем. Ага. Мы приехали. Ну, пока нет, но мы едем. Так, ну что, вот мы приехали. У нас нету денег. Как мы будем но кушать? Но они будут в шкафчиках. Вот деньги, Ульян, реально забирай. Где деньги? Да вот в шкафу деньги. А у каждого денег свои тут. Деньги. Ладно, мои деньги, все. Да, о, банан. Ну, спасибо большое за банан. Я деньги хочу. А у меня деньги в каждом шкафчике. Бананом не даешься? Что? Ну, как это так? Еще деньги. Может быть, если ты донатер, то ты, типа, везде деньги находишь. Ну, не знаю, еще нашла молоток. И еще деньги. Вау. Да как так? У меня только еда. Смотрите. Смотрите, а что это? А, жвачка какая-то. А, это трубочка. Нет, это трубочка. Через нее можно кидаться вот этими штуками. А, да, я думала милкшейк пить. О, деньги! Пять денег. Ура! У меня всего 21 уже деньга. Деньга. И кофе. Мне кажется, нам нужно сюда, да? А почему это написано спортзал, но нам нужно в историю? Этот чел говорит, дай мне 20 баксов. Он что, обалдел? Я сейчас его заплюю. Я его стукну. Это за дик. Ничего себе, он чё? Нет, он забрал у меня деньги! В смысле? О, у меня нету столько. Хочешь кофе? Кофе есть. Да, или яблоко. Яблоко стоит столько? Все вместе сто... Блин, кому дали сейчас плюс 5? Я не знаю, но я съела... А, это ты съела. Смотрите, у нас есть вон здоровье. Если я выпью кофе, ничего не происходит. Ладно. Ребят, не стоило сюда приходить, я просто там нашла монтировку. Ну, а, это да? Прикольно. Ну, слушай, это защита. Нормально. Нас не пускают. Это не пускают. Мы опоздали. Нас не пускают в историю, в класс истории, ребят. А может, в кафетерию пойдем? Никуда не пускают? Нельзя. И что нам делать теперь целый урок? Просто бродить по школе? Давайте будем бегать, чтобы нас наказали и куда-нибудь отправили, не знаю. Ой. А может, уйдем просто? А давайте, да, только хотела сказать, вот прям вообще, давайте просто... Блин, да. Все, прозвенел звонок. Быстрее в кафетерию! Скорее! Ребят, пока открыто! Ну, сразу бы так, ну. Они потом, видимо, закрыли. Кстати, еда-то дорого стоит. У меня больше нет еды. Давайте я продам вам бананы и куплю один сыр. Можно так? Пожалуйста. Ну ладно. Капец, тут дорого все, ничего себе. Ничего нету, у меня 4 доллара. Вообще, это... Да что, выйти из дома денег стоит? Ой, они кабинет истории открыли. Да. О, пойдемте посмотрим, что мы пропустили. Там стрелочка какая-то. Ой. Нет! Ой! Мы не успели. Да ладно, серьезно? Что там было написано? Ого, вот, чтение. Можно что-то найти, да. Открыть. Но мы ничего не нашли. Не успели. Ну ладно. Какой хороший. Хомячок! Ничего себе, давайте его выпустим. Я уже выпустила. А да, его можно, нажимай. Вот это, да. И что? И что, он идет? Он идет гулять? Он идет? Я ему открыла, он не выходит. Здравствуйте. Он такой, а он привык, что ему вечно руки в клетку засовывают. Слушайте, это, наверное, первая история, когда ты приходишь... Нам дверь закрыли. Ребят, нас здесь закрыли. Нет. Когда мы просто не бывает, да, сейчас звонок прозвенит, и мы опять выйдем. Как обычно. О, вот тут кофе. Вот тут можно собрать, если что-то у вас есть. Тут, например, деньги или там еще что-то. У меня нет ничего, кстати. Можно, пожалуйста, окно открыть, подышать. А, все, о, нас выпустили. Ой, слава богу. Блин, кофе ускоряет. Зачем я его выпила? На выход, на выход, ребят. Школа, мы можем уйти домой. Пойдемте. Да. Я так ждала. Мне понравилось. Очень быстро. На самом деле, да. Хотя бы еду нашли. 5 вон денег. Какое наказание? Мы забыли про наказание? Да нас никто не наказывал же. Неправда. Ну, подумаешь, прогуляли урок истории, но никто же не заметил. Да мы вообще дверь нам не открывали, это не мы виноваты. Между прочим, да. Я буду жаловаться. Пойдемте, нужно срочно доложить директору, что
что нас хотят наказать срочно. О, я что-то открыто. Что открыто? А, открыта комната наказания. Звучит не очень. И такой грустный смайлик. Тут шкаф можно открыть, у меня тут банан. Шкаф? Не, я успела. Ой, банан, хочу банан, я голодная, я не ела. Тут у меня все написано, пусто. Вот тут написано, что мы вот в списке есть. Схомячила. Вы видели? Вы видели список? Нам говорят, что мы пришли сюда, и нам нужно быть спокойными, потому мне что мне написано, да, что я наказана за то, что дралась с Ульяной. Я вообще-то не дралась с Ланой. Ульяна дралась со мной, а Ева переписывалась, пока сидела на уроке. Ничего подобного, у меня нет телефона. Да, у Евы только трубочка, она могла... А может, ты записки плевала с помощью трубочки? Блин. Ну, они, ладно, они правы. Лен, давай драться. Надо же, за что ж нас наказали? Давай. О! О, нет, так я не хочу. Мы так не договаривались. Я думала, это понарошку. Монтировку такой, хлобысь меня. Ну-ну-ну. Ну, а чё? Я отдала же все свои деньги. Директор, меня тут... Монтировкой... Бьют. Так, там была странная книга, и мы решили ее почитать. Да. Мо — это маскот. Да. Это символ нашего учебного заведения, правильно? Все верно, да. И он любит поиграть, когда уроки заканчиваются. Ага. И все идут домой. Так. Но Мо остается. И мы, похоже, тоже. Блин, это так жутко уже. Да, ты еще так прочитала. Да, он имеет какое-то отношение. О боже, он закрывает дверь, когда все остались на наказании. Да. Студенты бегут. О боже! Но в конце... Что, он всех сожрет? Это они сказали, я не успела перевести, а мне не понравилась история. Я так испугалась, Боже. Что я не успела посмотреть тоже. Ходят слухи, что он... что он злой дьявол. Ну да. А мы тут без преподавателя, да? Мы сами друг друга напугали. Ой, да? Пойдемте. В особенности Лана. Опять этот смешок. Слушайте, ну я хочу уйти, мне не нравится. А может, у нас что новое в шкафчиках появилось? Мне кажется, пока мы не уйдем. А я вот все открываю, но нет. Пока мы не уйдем, нам ничего нет, не случится. А, кстати, да, подождите, а он же появляется тогда, когда кто-то сидит на наказании. Он уже закрыл! Он закрыл, смотрите, нам нужно там ключи. Красный, синий и зеленый. Ага. Действительно. Можно срочно достать ключи. Давайте я монтировкой расфигачу. Давай. Да не поможет. Кстати, это очень хорошо работает, по идее. Не работает. И мы что-то упустили. Ой, ну пойдемте. Мы не можем сюда пройти. Нет, 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 он смеется. Началось. Он сейчас в шкафу сидел. Мо спрятал три ключа в шкафчиках. А что ж мы сразу не посмотрели-то, ну? Да мы посмотрели, там не было ничего, я все посмотрела. Он только что спрятал, видимо. Ага, пока нам рассказывают историю. О, опа. Чего? Все понятно. Включил систему слежения. А что, такое есть это в школе? Где такая школа, чтобы так много всего было? А может, это школа шпионов, я не знаю. Против шпионов. Ну тогда мы... О, боже! Справимся, господи. Что это такое? Очень жуткий. Да, и зубы у него явно надо к стоматологу ему. Может, в этих шкафчиках лежит? О, зеленый ключ! Вы серьезно? А что я уже поперлась? Больно сделали. А, на меня еще нет. Он из шкафчика вылазит. Аккуратно отходите от шкафчика. Ой, а эти штучки тоже дамажат. Ой, минус пять, минус пять. Ой, синий ключ. Ай-яй-яй, не бейте меня. Подождите. Ульян, туда не надо идти, ты уже разблокировала. А, да? Все хорошо. Я съем, пожалуй, съем еду. А вот тут открывали? Да ну проклятие, уйди ты. Да, я там все открывала, Ульян. Заяц. Что? Блин, Ева! Улеглась. Ева! Блин. Ева, она, мне кажется, не умерла. Не улеглась, умерлась. Блин, вообще звучало хорошо. Так, ладно, я заново теперь тут. Здравствуйте. Как же смешно. О, красный ключ! Там восклицательный знак. Да, восклицательный, это когда этот дурачочек сидит. Все, ребят, мы можем идти. Скорее, обратно. Ульян, бежим. Да, что не ты будешь меня. Делать? Она кусает меня за пятки, не трожь. Ой, мне что-то так смешно стало, я не могу успокоиться.
Это хорошо, когда страшно, надо смеяться, я считаю. А у меня это по умолчанию происходит. Ага. О, мы вышли, реально. Я тоже думала, что заставка будет сразу. Чего? Что? В смысле, нас вернули? Добро! Пожалуй, доброе утро! Здравствуйте! Да. А в смысле, а здоровье-то не пополнилось? Угу. Кстати, а ну-ка, верните нам здоровье. А что нас сюда? А, ребят, мы можем покачаться! Блин, качайтесь, мы не можем. Это здоровечко добавляет! Ты можешь, мы не можем. Блин. Тебя я качаюсь. Компуктеры открыли, компуктеры. О, так, ну что? Деньги! Мне 5 долларов осталось, чтобы... Да вы прекращайте! Чего у вас так много всего? У меня нет... Я бедный студент. $5 или чего это такое? Ой, я зашла. Тут можно поиграть. Надо запомнить. Зеленый, красный, зеленый. И что? Зеленый, красный, зеленый. А, это музыкальные шкафчики. Красный, синий, красный, синий, синий. Красный, синий, красный, синий, синий. Дайте мне деньги. Ладно. Нормально. Синий, красный, зеленый, зеленый, синий, зеленый. Синий, красный, синий. Что ты делаешь? Так. Ты ж на синий говорю и клацаю на красный. О боже, он выпрыгнул там время. Не успеть, здоровечка. Чего? За что вообще? А, серьезно, еще сняли здоровье. Ну, спасибо большое. Ульяна, большое ты спасибо. Когда это поиграла, у тебя деньги прибавились? Сколько у тебя? У меня 10, да. Блин, я 27 ну, заработала. 10. Короче, можно... Пустите в столовку поесть. Да, там сыр, хочу сыр. Мне нужно поесть, чтобы быть здоровой. Хоть что-нибудь. А за $7 что-то продается, нет? Нет, за 8 там, кажется. Блин! Не хватает. А ты сможешь покачаться, ты успеешь покачаться. Нет, я уже до сегодня накачалась. Мне говорят, сегодня нельзя больше качаться. А, даже так? Даже яблоко не могу себе позволить. Подождите, а был же сыр. Я хочу сыр. А что, нету сыра? Сегодня новое меню, видимо. Слушайте, ну я, наверное, все-таки куплю. Куплю чего-нибудь, потому что у меня... Ну, поешь, конечно. Совсем ничего нет. Мне не нравится вот этот вот наезд камеры. Да. Угу. И этот стук дверей. И музыка такая, ой. Ого. Опа. Физкультурники какие-то, футбольная команда. Здравствуйте. Да, мне кажется, они все очень выглядят злыми. Да, и одинаковыми. Да. Между прочим. Эй, а кто вообще в моем шкафчике рылся? Это не мы, ой, блин. Это кто-то сейчас другой. Сейчас вы заплатите. Ну... Ребята, давайте жить дружно. А мы это... О, господи! Так, у меня есть монтировка. У меня есть монтировка. У меня тоже. У меня ничего нет. Блин. А, все, я поняла. Нам нужно просто улепетывать, ребята. Просто это я умею. А чего у вас есть? Что-то у меня ничего нет. Это мы заплатили за нее, за Дири, за Бияки. Ой, я сейчас умру, ребят. Я сейчас опять, да, заплачу. Не умирай, ладно. Робуксов 30. Я умру, у меня последнее сердечко. Да, придется. Опа, получай. О, что? Ого, они сумасшедшие! Эй! Так, ладно, закончилось. Ладно, умерлась. Слушайте, мне страшно. Они, знаете, они очень похожи на быков. Прошу прощения, а как кого нужно бить, чтобы у них здоровье? Вот этого здорового. Мне иногда дают мяч. Что мне делать с мячом? Мячом кидать ему в голову, например. Не знаю. Слушай, а ты, может, кинешь мяч, они отвлекутся, они же все-таки футболисты. Кстати, интересная теория. Давайте, в следующий раз он кинет мне мяч, и я сделаю подачу, и будет, что там, тачдаун. А, не убили. Ева! Ничего! Давай, кидай мне мяч! А куда? У меня мяч! У меня монтировка еще! Я... Да, ребят! Это чувство, когда ты просто в сторонке стоишь, ничего не делаешь, а там пытаются убить босса. Да он нереальный какой-то! Слушай, а может я должна подходить и сама его лупасить? Нет. Минус 3 медали. Ребят, ребята, они заканчиваются. Бить их, бить. Опа. Я ничего не могу сделать. Я вместе с ними. Убегаю. Ульян, мы сейчас его добьем уже, смотри. Да, ты только живи. Вот это вы молодцы. Я живу, я пытаюсь жить. Ничего себе, он боксер, вы видали? Да капец. Они со спины его бей, пока он занят. О, ура! Да всё! У него там господи, что-то, грибочки. Ужасно страшно. Фух, а нам не дали денег за это? Отдай деньги свои все сюда быстро. Пойду еще по шкафчикам. Вы лучше, ладно, не злите. Да вообще, я уже на это 60 робоксов потратила. Ульян, ты не поверишь. Тут еды мне дали. Да ладно, сыра. Мне дали кофе. Ну кофе, он дает скорость. В смысле, у тебя сыр, у меня кофе. Я уже съела, извини.
Как-то курица так прям десяточку полечила. Почему мне ничего не дают? Почему мне монтировку не дали? Потому что мне не дали 20 денег, 25. Да. И еды мне мало дают. И вообще, это что такое? Это как вообще понимать? Это школа, Ульяна. И стоит, улыбается. Там несправедливо обычно все. Блин, ребят, мы хотели уйти, а нам сказали, что мы еще наказаны. Чего мы наказаны? Это в смысле? Нас вернули в класс. Кстати, а мы... О, можно, пожалуйста, шкафчик? У меня деньги можно? Ну, конечно, нельзя. Что? Ева даже до наказания не может успокоиться. Так, все, я ухожу. Так, кто там? Директор? Товарищ директор, пожалуйста. А, сегодня все то же самое. Ну да. Мы снова дрались. Ага. Только монтировку свою не доставай. А то тебе по кепочке настучу. Ага. Нет. Кофе. Так, ну... Ребята, я выхожу. Мне страшно. Нам нужно сбежать. Опа. Так, где вентиляция? В окно. Реально в окно. Слушайте, я недавно на стриме историю рассказывала. Вот у меня было подобное в жизни. Серьезно. Сбежала. А, у меня тоже было такое, да. Только я, наоборот, заходила в дом. В дом, я из школы сбегала. О, Ева, я катайся, бегу, за катание лечат. Да. Слушайте, я тоже из дома как-то так выходила через окно. Ну, потому что... Всё, меня уже больше не лечат. Надо было эту дверь открыть изнутри. Она открывается только изнутри. Вот у меня была такая же ситуация практически. Я заперла дверь, и там была проблема с носком. Каким носком? С кожаной. Этой замочной, короче. Ага. И что, я прихожу домой, а там она закрыта. Катайтесь с горок! Через окно. О. Зашла и открыла. А тут мне уже... А, реально, плюс два, я думала, не дают. А может, большое побольше дадут? Плюс один, блин, а! Слушайте, о чем... Опа, уходим. Так там, видимо... Нужно было и на уроках сидеть, а мы не знали. Да, поэтому мы тут записаны были. Поэтому в плохие шеи. Так вот. Да. Не хотите ли поиграть в прятки сегодня? Не, спасибо. Я с удовольствием, но я бы не хотела с ним играть. Потому что... О, кажется, придется. Ой, я вижу призрак Ланы. Слушайте, это очень долгий... побег, хочу сказать. Да. Лабиринт. Да вообще вся история какая-то такая напряженная и длинная. Да вообще. Я таких историй еще не видела. Это какая-то очень подозрительная история, честно говоря. Какая-то новая версия всех историй в Роблоксе. Что это такое? Это веревочный городок. Он сзади, бегите скорее! А у меня он прям рядом. Ой, реально. О, он прям бежит, вы видели, он прям сумасшедший. Рядом. А чё так долго-то? Чё долго-то так? Ой, все, это конец. Беги просто прямо куда-нибудь, убегаем. Слушайте, а это прям как в «Радужных друзьях». Да, «Радужные друзья». Это что ещё такое? Тут что-то камень какой-то. Ой, стемнело что-то. Да ладно. Да как так? Да дайте нам уйти уже, ну. Ой, тут... Ребята сегодня ходят. Много. Я! Блин. Все, я вас поняла. Парень, может договоримся, а? Давай. Как купить что-нибудь? Ой, я выпила кофе. Зачем? Чем я? А! Не бей меня, слышь ты! Вообще. Решила отвлечься, и вот бабац прилетела мне. Так, ребят. Чего? А что, минус 10? Ты двойку получила? Блин, Ева двойку получила? Ой, все. Только хотела сказать, что у нас экзамены были. Ульяна, смотри, какой сыр. Смотри. Да вы издеваетесь? Да откуда? Да как так-то, ну? А у меня нож какой-то. Это все из-за того, что у вас монтировка? Не знаю. Может, потому что мы кучу робоксов уже сюда задонатили. Да. Так я тоже задонатила. Ну все. Блин, а сколько там этих парней? Капец. Таблица Менделеева. Ой. Я взорвала, короче, все. А там надо что-то сделать? Ну да, можно попробовать. Там вот написано 5 равно галочка, 3 равно взрыв. А что 3 такое, что 5 такое, непонятно. Какие-то 3 из них, как я поняла, взрываются. А давайте возьмем те, которые мне больше нравятся. Так, раз, и два, и три, и раз. Ай, у меня взорвалось сейчас. Красная взрывается. Нет, у меня взорвалась фиолетовая. У меня, кажется, зеленая или красная, я не увидела. Ну а давайте еще раз попробуем. И раз, и два. Так. Блин, оранжевая взорвалась у меня. Так, хорошо, еще раз. Стойте, подождите. Что такое? Блин,
Проклятый красный. Ладно. Ребят, а я сделала. Ого. А я не сделала. Блин. У меня тоже получилось. А что она дает? Не знаю. Давайте попробуем. Нет, не буду. Уверена, может, попозже. Да. Ребят, вы видите, что нам окна заколотили? Да. Так, давайте проберемся, только будем прятаться, если увидим Мо. А куда, в шкафчике? Наверное. И что? А. Я спряталась. Надо открыть. А, да-да-да. А ты его увидела, что ли? Нет. Ой, я увидела, прячьтесь! А какой, закрой шкафчик-то, ну что, закройте. Просто подвигайся, подвигайся, он закроется. Я увидела. И куда он идет? Он к вам пошел. Нет-нет, он дальше идет в спортзал. Просто сейчас вот останется вот здесь вот, возле... Он должен пройти мимо шкафчика, пойдем, проходите. Ульян, пойдем, да? Быстрее, быстрее. А, он ушел. Там, это, закрыли. Как это? Ну, не знаю, вот ворота теперь ворота тут. Закрыли. Да как это так? Да ну, да дайте нам выйти! Ну, нет! Иди сюда, я тебе сейчас репу начищу. Тебя нет чем чистить, Ульян. Я буду зубами грызться. О боже. Здравствуйте, студенты. Вы правда думали, что вы можете сбежать? Да. Давайте сыграем последнюю игру, пока вы не закончите ваше наказание отбывать. Ужасный кролик. Да. Ага. Это называется битва на смерть. У меня нет ничего. Вы мне денег не дали, чтобы я могла что-то купить. Че? И чё себе заяц дает? Кенгуру настоящий самый. Ай, ой, что? Он крот? Это что за крот? Блин, да что ж ты будешь делать? Он меняет личность каждые 5 секунд. Ага. Морковка кидается. Я максимально бесполезный здесь персонаж. Ничего страшного, зато ты снимай, ешь и живи, пожалуйста. Слушайте, а я, знаете, я выпью зелье. Вдруг мне будет красиво. А это для а что нас? Это в него надо было ай, кидать, блин, видимо. Да? Ай, ага. Действительно. Ой, ладно, все пока. Ну теперь вы знаете, что ладно. Нужно кидать в него. О. Чего? Кажется, я его усилила, ребят. А, нет, не горит. Сейчас, Ульян, немножечко ему осталось, смотри. Ну, давай. Мы добили его. Все. Получилось. Ну ты. И что, мы теперь разбежим? Я надеюсь, что... Спасибо большое. Спасибо. Все, большое спасибо, до свидания и всем пока. Еще потыкаю. Да. Я надеюсь, что сейчас нас не отправят в школу, и сейчас будет красивая заставка. Да, концовка. Да уж, пожалуйста. Ой. Ну или так. Допустим. Допустим. Академия. Ну, по крайней мере, мы сбежали, это уже хорошо. И я думаю, на этом будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик, и всем пока. Пока. Пока.